La 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 Чемпионат мира. Ну, как что за соревнование спидвей? Чемпионат мира. Выступает наши Буланки вперед! Личный чемпионат мира по мотогонкам на льду. Участвует 8 стран, два лидера. Самые лучшие спортсмены — это усиски. И будут они впереди всех. Независимо, кто приезжает туда, финны, чехи, мы будем всегда первыми, потому что у нас это на первом этапе. Давай! Заслуженный мастер спорта Николай Красников! Ну, вообще динамика соревнований была такая достаточно интересная. Была жесткая борьба, иностранные гонщики в этом году, им не хватило немножечко тренировок, потому что климат в Европе мягкий, не было натурального льда, но сейчас они раскатываются, тоже не такая между собой плотная борьба. В принципе, вообще я доволен соревнованием. Поздравляю вас с победой. Скажите, в чем секрет все-таки? Это опыт, мастерство или, может быть, сегодня как-то так вот звезды сошлись с вами? Это все вместе. Сегодня было все на нашей стороне. Несмотря на напряженные соревнования, удалось одержать победу. Моя команда и я лично очень довольны этому. Мы надеемся сейчас отдохнуть, подготовить технику вновь и также стабильно выступить на следующих этапах. И многим европейским странам есть чему поучиться, и было чему поучиться в эти выходные.